С вами компания Электромотор. Хочу вам показать одно из самых простых бензиновых снегоуборщиков Honda HS750. Настоящий японский снегоуборщик. Недорогой, ну, как для Honda, как для всего вот модельного ряда, это самая простая моделька. Имеет прорезиненные шнеки. Не травмирующий, такой немножко смешная конфигурация, но тем не менее эффективный. Здесь показываю, как выполнены шнеки, они все прорезинены. Регулировка выброса ручная, рукой тянетесь, переворачиваете, передвигаете. Вот он. Опа, да. То есть очень простое управление. Практически внешне похоже на газонокосилку. Сейчас обойду, потому что уже сезон пошел. Все, выставили. Здесь просто, как на газонокосилке, включили шнек. Здесь вот у нас управление дросселем. Подсос. Просто моторчик и шнек. Надежный. Стоит двигатель Honda, родной. Здесь самоходный. Небольшие колесики. Тут же для заливки масла. Сверху бензобак. Моделька самый чистый пластик. В общем, у Honda, конечно, больше продаются навороченные модели, чем такие. Но это тоже моделька заслуживает внимания. Мало видео, очень мало снега, чтобы показать тут в работе, поэтому показываю на выставке. Применяйте промокод TRAVA2020. Есть выставка в Киеве, сюда можно приехать, посмотреть, выбрать, пощупать. Компания Электромотор 5-3-0-3-8, либо пишите Viber 063-426-1010.